Всем привет, ребята, и вы же на моем канале Милашка Ток, и в этом видео мы с вами разберемся, что будет за новое обновление. Обновление, как я понимаю, связано с луком, потому что в новом миксе, в спойлерах каких-то, в ТикТоке у них все говорится про лук. В самом первом видео, которое они выставили, лук резал лук и плакал. Давайте прямо сейчас я вам покажу эти два видео подряд, а потом мы уже с вами разберемся. По первому видео можно понять, что это будет какой-то дом. А по второму видео мы видим какую-то новую кухню, которой у нас нет в Токи-Боки. И можно подумать, что это будет какое-то кафе луковое какое-то. А скорее всего, по моим личным догадкам, мне кажется, это будет какое-то кафе, в котором будет второй этаж, и там будет дом, где будут жить луки. И там вот это вот как раз будет висеть вот эта вот картинка из первого видео. Давайте посмотрим микс от разработчиков. Мы посмотрим саму внешнюю картинку и попробуем по ней что-то понять. Итак, я еще так подумала, что в креаторе еды нам добавят лук, так как у нас его нет. Сам в Токи-Боки он вроде бы есть, но в креаторе еды его нет, и он бы многим понадобился. Итак, в миксе мы видим новый фон какой-то такой вот. Белый, типа кирпич. Скорее всего, у нас будут такие обои. Дальше гирлянда в виде лука. И вот такая вот семейная картинка. Там стоит два лука. Еще, если описание в ТикТоке разработчиков перевести на русский, то можно было что-то прочитать. Сейчас вам переведу. Что это? Американская чесночная? Готика? Изучите подсказки и добавьте свое предположение. Желание в следующем большом дополнении в комментарии Toca Life World. И на этом моменте все мои предположения полностью отпадают. Пока что мало спойлеров, но уже понятно то, что будет американская чесночная. Вы были на канале Милашка Тока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте про мой телеграм-канал Милашка Тока. Туда я выкладываю все свежие новости и новые обновления. И всем пока-пока!